шумели, что ж так прямо стреляет. Мужик стоит, торгует. Вера, совершенно правильно, мне кажется, что такой вариант развития событий возможен. И более того, все так сейчас внимательно следят за, например, оценкой перспектив этого выбора народа, референдума страны выборских контор, потому что точнее прогнозов пока что нет. Если так вот говорится вопрос, 50 на 50 прибыль, либо нет. Разные социологические опросы не дают точного понимания, почему социологические опросы можно абсолютно любым образом повернуть или запрограммировать на тот или иной вариант, выгодный там тому, кто эти опросы публикует. Вот. А что,